прямая катана и полуизогнутая катана. Причем вот эта вот вторая полуизогнутая катана является декоративной. Ручка, рукоять тяжелая, и плюс еще вот эта вот белая часть – это акулья кожа. То есть это ручка, обтянутая акульей кожей. Кинжал танто. С помощью него самураи делали себе харакири. Турецкое оружие, персидское оружие. И здесь представлена вот такая вот турецкая сабля. Обычно с такой саблей ходили янычары, то есть это турецкие солдаты. Они очень часто выходили в город и рубили местное население вот этими саблями. Но государство им запретило выходить с саблями, разрешило выходить с кинжалами. Но янычарам этого было мало, поэтому они создали что-то среднее из сабли и кинжала, и получился вот такой вот ятаган. Ятаган – это оружие ближнего боя, и отличительной особенностью ятагана является вот эта вот ручка костяная с такими с расширяющимся нижней частью. Вот. Для того, чтобы ятаган держался в руках прочнее, чаще всего кончик у ятагана является расширяющимся, для того, чтобы увеличивать силу удара. На всаднике резные рога, то можно увидеть маленькие статуэтки людей, а верхняя часть этих рогов опоясывает мифическое существо – дракон. Украшением стен дворянской усадьбы